Итак, всем приветики. Как вы уже знаете, у меня Android 9 стоит, вот он. И заходя в версию, мы видим уже другую картинку, уже не осьминожка, а жалко, осьминожка был крутой. А такая вот, типа, галлюцинация, не знаю, может, кому-то нравится, мне она не очень нравится. Потом еще что я заметил, это в экране добавили темную тему. Вы все там писали ВКонтакте, под каждым постом темная тема, и вас услышали, вот она, темная тема. Правда, здесь системные текста, которые были черными, становятся белыми, а вот от других программ, вот, например, погода, она также остается черной. То есть не везде все еще это доработано. Еще, я так понимаю, будут разработчики программ допиливать это. Но я пока не юзу, потому что, ну, типа, из-за таких вот моментов, когда какие-то текста все равно остаются темными. Ну, в общем, темная тема уже есть, и это круто. Вот. Я еще кое-что заметил. Это с зарядкой штука такая интересная выходит. Сейчас покажу. Вот, получается, при выключенном экране, когда подключаешь зарядку, появляется такая вот штука. Самое интересное, что зарядка у меня подключается снизу, и идет от низа такая вот дорожка и в телефон. И типа такой кружочек. То есть энергия бежит в этот кружочек. И прикольно. Прикольно выглядит, получается. Получается, то, что энергия от зарядки такая бежит в энергию в телефоне. И видно, такие штуки бегут. Энергетические электроны такие в энергию в телефоне, которая тоже крутится и показывает процент. Это реально все круто смотрится. Жалко, что она не все время горит. Она вот погорит, сколько это там секунд выключается. Хотелось бы, чтобы она так все время горела. Реально круто выглядит. Ну а так все, я больше ничего такого не заметил. Это все, что, ну, типа, в обновлении есть. Здесь вот буква P. В экране темная тема и зарядка. Еще говорят, должна быть защита по лицу, но я заходил в блокировку, ничего я там такого не увидел. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.